«Тремя несчастными девчонками, которые не понимают, что творят и говорят», назвал Александр Лукашенко женское оппозиционное трио, которое вступило в предвыборную борьбу в Беларуси вместо исключенных из кампании политиков мужчин. Действующий президент неоднократно заявлял, что не боится конкуренции. Но сейчас неожиданную соперницу в лице Светланы Тихановской без малейшего политического опыта вынужден воспринимать всерьез. Власть избавилась от сильных конкурентов. Не учли они, что у каждого сильного мужчины за плечами стоит сильная женщина. Власти были явно не готовы к тому, что бывшая учительница сможет по-настоящему всколыхнуть белорусское общество. Предвыборные митинги с ее участием собирают тысячи, а то и десятки тысяч людей. При этом Тихановская обещает в случае своей победы провести новые выборы. Мы объединились для того, чтобы, когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь, новые, честные, открытые, прозрачные выборы. Наряду с проведением в течение полугода новых выборов в опубликованной во вторник программе Тихановской говорится о важности развития партнерских отношений со всеми странами, исходя из национальных интересов. «Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной иглы», отметила кандидат. Кроме того, Светлана Тихановская пообещала провести референдум с предложением вернуться к редакции Конституции 1994 года, которая сокращает полномочия президента, устанавливает ограничения по количеству сроков его нахождения на посту и обеспечивает разделение властей.